Похороны Зинаиды Кириенко, первые фото. Зинаида Кириенко считалась одной из самых красивых актрис советского кино. Артистка прославилась благодаря таким фильмам, как «Тихий дон» и «Судьба человека». На экране Зинаида Кириенко предстала гордой, сильной женщиной с эффектной внешностью и непростой судьбой. В жизни актриса тоже предпочитала выглядеть не похожей на других. Изюминкой практически любого ее образа, который она выбирала для выхода в свет, являлись либо шляпка, либо веер, либо все сразу. Зинаида Кириенко была признанной иконой стиля. До последнего актриса, несмотря на преклонный возраст, работала, посещала светские мероприятия, ездила по городам и весям с концертами и выступлениями. Зинаида Кириенко любила жизнь и не теряла ни сил, ни оптимизма. И лишь узкий круг самых близких людей знал, что артистка борется с онкологическим заболеванием. Сама актриса о своем смертельно опасном недуге предпочитала не распространяться. И даже когда к раку прибавился еще и коронавирус, Зинаида Кириенко не падала духом. 11 февраля стало известно о госпитализации актрисы. В больнице ей поставили диагноз «инсульт». Медики сделали все, что смогли, однако спасти легендарную артистку не получилось. Зинаида Кириенко умерла 12 февраля. Ей было 88 лет. Сегодня, 15 февраля, в Доме кино проходит церемония прощания с известной актрисой. В распоряжении ЭГ оказались первые фотографии с этого траурного мероприятия. Свое последнее пристанище Зинаида Кириенко обретет на Троекуровском кладбище Москвы. Говорят, практически все хлопоты, связанные с похоронами, взял на себя Союз кинематографистов РФ. Отметим, что супруг актрисы Валерий Тарасевский похоронен на подмосковном деревенском кладбище. Но там уже нет места, чтобы рядом положить артистку.